Потому что за 7 секунд летишь, мне кажется, раньше. Да. Или нет? Дайте поиграть, чуваку. Сука, он только Ну а спонсором данного видео является компания 1xbet. Специально для тебя, мой друг, по моему промокоду компания 1xbet дарит 6500 рублей при первом депозите. Доброго времени суток. Решили мы тут самую долгую катку в доте записать. Взяли 3к аккаунты и придумали пик. Мы решили использовать шторма для дефа крипов. С талантом на 25 уровне и 5 блэдстонами он мог с легкостью летать и чистить крипов без особых проблем. Чтобы исключить возможность энеми спушить нам трон через бэкдор, мы использовали лича. Как оказалось, второй спой лича плюс бэкдор дают 100% неуязвимость строения. По карте же бегал медведь лундруида, мог пиков или пушить без особого риска на умереть. Ну а вижен ему давал спел трента с аганимом. Все это мы закрепили омником с аганимом и рефрешером. Единственная проблема для нас стала то, что энеми могли просто перестать дефать свою базу. Серьезно, мы сыграли где-то 4 игры, где парни просто встали АФК. Как вы понимаете, единственная проблема была в том, что парни, которые играли против нас, слишком легко сдавались. Именно поэтому мы придумали очень крутое решение этой проблемы. Мы давали сделать им мега-крипов. В свою очередь, им мега-крипов мы не делали. И таким образом, даже умерев всей командой, мега-крипы все равно будут дефать им трон. Идея была крутой до тех пор, пока обычные крипы не сравнялись по силе с мега-крипами. Но это хоть как-то выигрывало нам время. О, она мульсар купила. Он поднял их? Да. Блять, ну у меня есть. У меня ВВК есть, у меня скоро будет этот. Я на лично не выхожу, потому что. Нормально. Можно его убить, потому что у них много крипы. Мы не спушим. Да-да-да. Бля, в теории мы можем так играть против мега-крипов, при том, что у них нету мега-крипов. И тогда они АФК встать не могут. Почему? Потому что у нас крипы сильнее. У них точнее. Парни, я глиф нажму, короче, потому что там пиздец. И лич. Все, вижу лича. Не важно вообще. Явно просто 170. По боту крипы подходит. Да, я задев. Ой-ой-ой, нужен хелп! Ты Тракира ТП сбил, короче, на этом, на... А кто дефать будет? У них не, у них мега крипы. Просто не надо, чтобы шторм, блять, не летал сейчас как ёбнутый, не убил крипов и все. Как вы понимаете, план был практически идеальный. Враги даже пытались найти решение, они скупали кучу веток и пытались крашить сервак. Как выяснилось позже, на их базе даже стояла куча центриков, вардов различных, чтобы также крашить сервер. Но из этой ситуации была еще одна лазейка. Как выяснилось позже, во время игры Личу стало плохо и его увезла скорая. Не берусь судить, насколько правдиво то, что он мне потом рассказывал, но в итоге играть пришлось нам без него. Парни, это рампаха для меня. Давай. Ну. Полетели за рампагой. Мы с тобой. Ебать, бай.
Активизм. Как видите, на первое время нам хватало сил играть 4 на 5, но это все могло закончиться одним рашем в трон со стороны соперников. Трон ломает, парни. Охуеть. А он думает, он уйдет? Да, он уйдет, блядь. Нет, не уйдет. Он Бладмейл купил, чтобы по ремнантам бегать. Жалко, тебя не дамажит в ульте. К счастью, вскоре мне удалось связаться с Личом. Саня, ты можешь выйти на его лак, пожалуйста? Могу. Только я не уверен, что тебя закинет, честно говоря. Ой, летят на релокейшн, парни. Да. Парни. Все нормально, я его забашу, да. Ладно, такой хуйня они точно не выиграют. Так, короче, сейчас я дам тебе логин пароль. И попробуешь. Да, и он гордо сказал. Бекунка, блядь. Убей, пожалуйста, вот этого. Ладно, Виверну. Логин, да. У него гем. Ой, верный гем. Да, сейчас через минуту буквально. Mm-hmm. В итоге на Лича он сыграл совсем другой парень. И если учесть, что даже без Лича спушить у них не удавалось, то с Личом у них просто нет шансов. Я уже подуспокоился, как вдруг... Все, ливает. Мой кунка вышел. Mm-hmm. Ну нет, ну это так нечестно. Им просто ноль, им просто вообще неинтересно, у них даже шматок нет. Так они сами виновны, они же типа сломали. Ну сами не сами, блять, факт, это факт. Так, ну там верно с концами, если что. Скажите, что после 300 минуты мы дадим им снести. Такое себе утешение. Во-первых, не стопроцентное. Когда такой себе. Да, все. Чтобы избежать повторной игры на 200 минут, нам пришлось раскрыть им карты. Мы рассказали им о том, что хотим сделать, и даже позвали их в Дискорд. Привет. Алло. Да, здорово. Алло. А ты на ком играешь? Джекири. Я на Джекири. На Джекири, блин. А на Виспе где? А, на обеспечник, не знаю, он вряд ли зайдет. Ну, Кунка сгорел, сказал, что за 5 человек играет один бот. И сказал, что вам всем репорт, и вы хуесос. А так, а если он вышел, так он не мог... Так он не кинет нам репорты. Да, из-за того, что он вышел. Он говорит, типа, того Кунка... Ой, не Кунка, а этот Шторм, типа, вообще пиздос. Типа, со скриптами пидорас. Нет, вы играете со скриптом? Со скриптами? Да нет. Нет. Ну вот. Мы уже начали думать, что мы в лобби играем. Где-то уже на 100-й минуте. Кунка просто горел, как ебанутый долбоёб. Так это же заебись, блядь. Это же вообще мемная хуйня, если Кунка горел. Погоди, а где Кунка ебать горел, он просто орал. Да, он сначала говорил, ну, просто человек, который противоречит сам себе, ну и ладно. Типа, он супер утрирует свои слова. Он начинает опять там обсирачить Шторма, говорит, типа, что у него скрипты, блядь, у него там... Он на шифте летает. Я такой говорю... Ну, не, там есть такая хуйня, типа, что ты можешь там пути понастраивать и летать, типа. Шифт. И потом он говорит, короче, что это 5 ботов, вернее, 4 бота, один чувак, типа, с разных компов летает. Я ему только говорю, типа, а ничего, что у меня стоит, типа, Мишка с этим Личом, и они так нормально хуярят. Типа, как это так, он, блядь, мид отстаивает, это что за хуйня? Он их настроил. Я понял. Пять опынай чисто. Я говорю, типа, боты могут уклоняться от типа айспата или что? В общем, пообщавшись с ним в Дискорде, мы смогли договориться, и ливать они не будут. Таким образом, оставшееся время мы просто толкали линии, и практически ничего интересного не происходило. Давайте подведем итоги данной игры. Игрока на Личе увезла скорая, на этом героя играл совсем другой человек. Под конец игры парень, которого увезла скорая, вернулся. Омник ушел гулять с собакой, и у него вырубили интернет. Кунка сгорел на то, что против него играют 4 бота под руководством одного игрока и ливнул. Ну а мы в свою очередь позвали Enemy во время игры поговорить с нами в Дискорде. Крипы стали как мега крипы, Рошан убил меня одним клэпом. Ну и в общем-то, как-то так. Мне твои истории просто доебали уже, я уже не могу их слушать. Одна история охуительнее другой просто, блядь. Если у вас в игре было что-то более шизанутое, то вам в передачу пусть говорят. Ну а на этом у меня все. ID этого матча будет в описании к видео, рядом с ссылкой на группу ВКонтакте и телеграм-канал, на который вам стоит подписаться. На сегодня все, берегите себя, своих близких, до свидания.